Приветствую! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. И в этом видео мы продолжаем работу со снами. Что еще важно? Важно, что если кто-то посторонний, сонник или человек, помогает вам расшифровать сон, и вы вдруг чувствуете, что вот несмотря на все, что вроде бы человек говорит правильно, что это вот как-то не по вам, не созвучно, вы можете смело отвергнуть любое толкование. Потому что как только вы, не знаю, ловите, натыкаетесь вот на то, что более-менее правильно, да, вы это чувствуете, что вот оно, да? И теперь, собственно, про саму расшифровку, особенно метафорических снов. Что важно помнить, это то, что каждый элемент сна обычно обозначает вас. То есть все, что происходит во сне, все элементы, все события, все действия, это все вы. Может быть, за редчайшими исключениями. Но вы, имеется в виду части вашей личности, грани, стороны, в том числе те, которые вам пока еще не знакомы, и те, которые вы отвергаете. И что поможет расшифровать сон? Одно из хороших упражнений – это работа со сном. Если какой-то элемент сна привлек вас внимание, вот вы проснулись, помните о том, что это важно, у вас осталась эмоция, да? А на какие сны стоит обращать внимание, мы уже говорили на эту тему, то что можно сделать? Можно представить себя этим элементом сна и ответить на следующие вопросы. Что ты там делаешь, будучи этим элементом? Какие у тебя отношения с другими частями сна, с другими элементами, с пейзажем, с тем, что окружает? Какие чувства там у тебя есть, когда ты становишься именно вот этой частью? Что ты хочешь выразить? Может быть, у тебя есть послание для кого-то из персонажей этого сна? И если рядом с вами есть человек, которому вы доверяете, который может дать адекватную обратную связь, вы можете прямо попросить его, чтобы во время этого рассказа, пусть даже это будет мысленный рассказ самому себе, человек отмечал физиологию, потому что на важные моменты физиология меняется, и он потом скажет. И какие ассоциации у вас вызывает вот этот элемент, его действия, вот эти чувства, вот эти связи? Дайте волю своей фантазии, и вполне возможно, что очень скоро вы доберетесь до важного или одного из важнейших значений данного сна. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующих видео. Пока!